С огромным удовольствием поздравляю всех тех, кто сегодня пришел за этими паспортами, кто их получит. И считаю, что да, это дорога в новую жизнь. И пусть она у вас будет удачной, хорошей. Будьте настоящими патриотами своей страны. Иван Горбачев – ученик Одинцовской лингвистической гимназии. Говорит, что запомнит этот день надолго, ведь получение главного документа – паспорта гражданина России – не стало делом обыденным, а прошло в праздничной и уютной обстановке. К тому же, в самом начале нового учебного года, что вдвойне приятно. Когда-то вот для нас это было рядовое событие. Приходили в паспортный стол, расписались, получили, в очереди отстояли. И то, что вот губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев решил вот этот формат, да, что представители власти должны вручать паспорта юношам и девушкам, которые вот достигли возраста и имеют право на получение такого паспорта. Я считаю, что это правильно, что оно торжественное событие, что должны выступать представители власти, что они должны напутствовать. Вячеслав Иванович отметил, что такой формат помогает ребятам осознать серьезность и значимость вступления во взрослую жизнь. С получением паспорта они приобретают авторские права, могут устроиться на работу и даже получить свою первую банковскую карту. Но возникает и целый ряд гражданских обязанностей, а также возрастает ответственность перед законом. Это очень важное событие в жизни, именно вручение и получение ребенка паспорта. Он становится взрослым, он должен действительно осознать, что он получает права, обязанности, и что он становится полноценным гражданином своей страны. Вместе с Иваном паспорта получили еще 13 юных одинцовцев. Приятным сюрпризом стала книга Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». Иван уверен, что это великое произведение расширит его кругозор и поможет в изучении российской истории. Иван планирует обучиться на водительские права категории А. Это тоже стало возможным после получения паспорта. Но первым делом все же решил оформить банковскую карточку. Зачем тебе банковская карточка? Ну, во-первых, это удобнее, так как могут деньги перекидывать там родители, не нужно ждать. Теперь эти девчонки и мальчишки самостоятельные и полноправные граждане своей страны. Возможно, кто-то из них будет управлять государством и внесет большой вклад в его развитие. И все же главное для них – стать хорошими людьми. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».